большая, много, много гостей собралось. Видим, что невеста и жених есть. Ну, как обычно спрашиваем, а приданное есть? Наверное, есть. Есть, есть. Наверное, большой сундук есть, да? Ну, тогда обычно, ну, братья приносят сундук и ставят его, ну, здесь, посередине комнаты. Ну, это будет сундук. Хорошо. На сегодня. Вот. И сперва, сперва мы приготовим, приготовим невесту, ну, к ритуалу, да. Муж может полюбоваться, посмотреть, а вас просим сесть сюда, на сундук, на свое приданое. Отца садок, уайо, аутей.
танец, да? Два круга. Парень стоит в внутреннем кругу и девушка напротив. Девушка напротив. Парень внутри. Круга. Стойте. Руки не надо. Не надо руки держать. Девушка снаружи, парень внутри. И делаем круг. И делаем такой круг. Потому что будет, ну, меняться будет. Да? В руках не надо держаться сперва, да? Я сейчас покажу, расскажу. Это из зенгала такой танец, зенгал с туудовой. Получается так, сперва ходом идем вправо, и парень идет вправо, и девушка вправо. Раз, два, три, опс, и обратно. Раз, два, три. Ну, парень, девушка подыграет, ты покажешь. Вот успех. Смотрите, смотрите, смотрите. Thank you.
не умел очень-то хорошо, но опять получилось все, все в конце, все отлично получилось, да. А, подождите, будет. Всего своего времени. Мы можем вас выбрать мамой. Меня? Да. Но вы можете там посмотреть. Да, понятно. Что они делают? Посидите просто, пока они... А вы же будете? Этого...
кошелька нету, да? Ну, молодой еще, нету кошелька. Да. Все в чистке. Да, выбегай, иди. Еще другой ходи. Вот. Пока ты.